Уважаемые блогеры, сегодня 4 у нас июня, пятница. Вот это один из любимейших уголков, сад имени Горького в городе Перми. Сейчас я пошел там пообедать, поужинать здесь, ресторанчик небольшой тут. И вот я иду через него и хочу сказать, что ну вот это тут все детство проходило. Ну такой был скромненький набор, так сказать, каких-то аттракционов здесь, сейчас все поменялось, городки построили. Это буквально за последние 15 лет. А в моем детстве, глубоком-глубоком, тут был очень скромный такой набор развлечений. То есть была, что там было, карусель, было это колесо огромное, самое большое в городе. Но сейчас будет ротонда, вот я вам покажу, которая была построена приезду одного из императоров, кажется, Николая I. Брать не буду. Да, Николай I. Или, надо почитать, я уважаю, иду своему, я даже не знаю, кто приезжал, по-моему, первый, Николай I, да. К его приезду была построена, и вот я сейчас вам покажу и эту ротонду. Ну, это для иногородних блогеров, кто иногда заходит на мой живой журнальчик, вот она. Видите, девушка красивая, ну, ладно, мы стоим в покое. Вот эта ротонда, вот она, торчит. Вот она, так сказать, так выглядит. Вот и больше, уже больше 150 лет. А и у нас, кстати, есть дома тоже, вот построены из лиственницы, вот там, где сейчас психбольница. Им больше 180 лет, из дерева построены, из лиственницы. Так что вот, видите, она обновлена. И так далее, вот, так сказать, революции. Ну вот здесь заканчивался город Пермь. В этом саду это уже был как бы такой лес. Пригородный. Вот это ротонда. Тут должна быть какая-то табличка, но, к сожалению, ее нет. Никакому императору, по-моему, первому. Ну да, первому. Или второму, или самому второму. Я врать не буду. Нет таблички. Таблички нет. Хотя, это вот наш родственник, он юность, он был в 80-х годах построен. И это вот здесь наш сад. От Горького. Я вас приглашаю. Мы, когда подружки мои знакомые приезжали, мы сюда с ними ходили, мне всем нравилось. Говорила, что... Ну, вы знаете, у нас, конечно, прям дикие дороги. Разворовывают все страшно. И технологии не соблюдают, поэтому, вот видите, асфальт положен в один слой и так далее. Ну, страшно. Конечно, страшно. Коррупция все пожирает. А так вот ничего, но тем не менее, видите, все это дело надо прекращать и заканчивать. Нужно разбирать дела уголовные, осуждать людей, но останавливать, но нельзя же воровать. Только копейку зарабатывать. Но, вот мы идем по аллейкам сада Горького и заходим, вот сейчас стелла, она поставлена на красном месте, где город перезаканчивался. Вот, 19 веке стоит большой-большой стол. Там написано, что вот здесь заканчивался город Пермь. Ну, тоже поставили в 90-х годах. А здесь есть греческий ресторанчик, там внизу я частенько туда забегаю. Ну, во-первых, там не очень дорого. А во-вторых, достаточно вкусно. И разнообразно кормят. И не так вот. Я борюсь с весом. Тем не менее, все равно набираю. Ну, вот, так сказать, там вот это вот выросло. Вот видите, там. Вдали виднеется. Все, спасибо большое за внимание. Всего доброго.